Я же вам говорила, что я калужская. Ну, бабка моя по матери в Плотняном живут. Когда я вышла замуж, меня муж сюда привез за Летово. Вот здесь мы сперва жили, вот в этом доме мы жили. Когда мне сын родился, он получил от производства. Вот мы здесь. Здесь раньше самолет стоял, теперь звезда. Это вот клуб сзади. Вот это, ну здесь теперь... Люди скупили здесь Сбербанк, что ли, или что, не знаю. Вот. В этом доме я жила, на втором этаже. Ну, это дача наших людей. Да. Вот здесь Руслана моего детства прошло. Вот. Вот здесь мы... Это там 14-й дом, затем 13-й. 13-й там квартира моей сестре, умершей. Там родная сестра, там дети живут. Ну, это дача. Вон там дача, вот бабка Маша была Суворова. Не знаю, есть она дача, но ее нет уже с 41-го года, она умерла. Вон там дача была. Сейчас я не знаю. Да, вот это вот мы жили. Это клуб сзади. А теперь в другом месте. Здесь уже все скупили. Да. Вот он, еще ходит за мной. Вот он. Ай, сейчас я это ногти сделаю, пойду назад. Если ты будешь живой, то я тебе куплю корм. О, видите? Идет за мной. Или она, или он, не знаю. Вот. Вход у нас здесь был раньше. Но сейчас там куплены квартиры, они сделаны, и почта здесь. А раньше мы здесь жили, на втором этаже, окна. Сперва вот это маленькое. Вот первое окно и второе. Это была моя комната маленькая. Потом вот туда посерединке меня переселили, большую комнату дали. А сперва была вот эта маленькая. В большой жила тетя Надька со своей семьей. Она сейчас теперь живет в первом доме. Потом я жила. Второе окно на втором этаже. Дальше жил там дядь Вася. Я не знаю, дед Вася, он живой или не живой, не знаю. А большое окно тоже не помню, кто-то там жил. А кто не... Танька жила! Танька жила. Она сейчас живет в Медыне там. А сейчас, нет, это свекровь ее с Медыни, она в Полотняном живет. Муж Игорь, Танька с Игорем жили, вот. Она сама откуда-то, не знаю, из деревни, а он с Медыни, Игорь. А теперь они живут в Полотняном заводе, у них сын. А больше я не знаю, сколько детей. Вон, вот это вот окна мои были, вон, маленькая. Вот, все вспомнилось. Надька, я, дед Васька, дядь Вася там и Танька с Игорем. Они только поженились. Ну, а это дача. Вон тетя Машина дача, вон она, дача ее, не знаю. Сохранилась она у внуков, не знаю. Но это ее дача, вон она. Да. Ну, что ты бегаешь за мной? Ну, что? Бегать за мной. О, птицу увидели. Увидела кот или кошка, не знаю. Вот так мой сын здесь детство провел, и я. А потом нас туда переселили. Здесь все скупили. Все скупили. Вот так. Здесь елок не было. Ни забора не было, елок не было. Вон там мы на лавочке всегда сидели. Мересев здесь жил. Вон там Мересева самолет. Мы еще смеялись. Наташка ко мне приезжала всегда из Калуги, ну, мои, это, и она говорила, вот недавно спрашивала, Мересев, ты хоть жив? Ага, жив. 41-го года нету. Ладно, ребят, пойду я. Замерзла, ребят, ну, очень холодно на улице, очень холодно.